уважаемые коллеги, дорогие друзья, открываем нашу ежегодную конференцию. В этот раз она юбилейная, 20-я по счету, международная научная конференция «Русские музыкальные архивы за рубежом, зарубежные музыкальные архивы России». Хочется сказать особые слова благодарности нашей библиотеке, которая в полном смысле слова является научно-музыкальной библиотекой Сергея Ивановича Танеева. Научная, потому что это не просто крупнейшее хранилище нотной и музыкальной литературы в России, но и действительно научный центр. Вот не далее, как завтра у нас на Редсовете будут обсуждаться два сборника, подготовленные именно библиотекой. А вот череда конференций, которая проходит всегда в 20-х числах марта, это тоже одно из лучших свидетельств вот той научной работы, обширной научной работы, которую ведет и организует библиотека имени Танеева. Не могу не сказать, не выразить радости от того, что здесь мы видим Эмму Борисовну Рассину, руководителя библиотеки в течение десятков лет. И именно она стояла у истоков многих начинаний, которыми занимается наша библиотека, и вот в том числе этой самой конференции, которую мы сегодня, 20-ю по счету, открываем. Я рада всех приветствовать сегодня, как это делала в течение почти 15 лет на конференциях. И хочу сказать, что очень рада, что конференция жива. Я хотела бы сказать несколько слов, напомнить о том, с чего все начиналось. Начиналось на самом деле с федеральной программы по всемирному учету наследия, в данном случае музыкальной розыки. И организаторами программы были крупнейшие российские библиотеки. Российская государственная библиотека имени Ленина, библиотека Салтыкова-Щедрина. И в этой программе приняла участие библиотека Московской консерватории. Цель была создание направления музыкальной розыки. Мы ее и назвали таким образом, выделив из общей программы розыки, которая была объявлена федеральной. И полнокровно, целенаправленно занималась практически только наша библиотека, тоже не получив финансирования, но у нас было другое. Горячая поддержка руководства, это правда. Более того, у нас была возможность приглашать людей, которым нам нужны были из-за рубежа для реализации того, что мы имели в виду. А что мы имели в виду, я скажу, в связи с этой программой. И за это особая благодарность, конечно, Московской консерватории. Итак, почему библиотека взяла на себя вот этот труд создания и проведения этой конференции, которая называлась «Русские музыкальные архивы за рубежом, зарубежные архивы в России». Основной задачей было наполнение фонда библиотеки в начале 90-х, все это происходило в 1996 году, материалами, которые начали изучать в Московской консерватории. Русская музыкальная зарубежная. У нас почти не было, очень мало было источников, очень мало было нотного материала, книг. Очень мало было известно о гнездах хранения, архивах, центрах хранения материалов русского зарубежья, писем, нот, рукописей, статей музыкальных деятелей, которые в большом количестве там, в начале 20-х годов, в конце 19-го и в первой половине 20-го осели за рубежом до 30-го года. Имена были великие, имена были разные, но они все были интересны, они были наши с вами соотечественники, они были интересны и были частью русской музыкальной культуры, как части всемирной культуры. Вот это все понималось, у библиотеки были вполне утилитарные задачи. Разыскать эти материалы, указать нашему пользователю, нашему читателю Московской консерватории, читателям России, потому что мы информационный центр по музыке России, наше официальное звание, наш статус, указать, где искать, создать пособие навигатора. Оно было создано через 8 лет, вот я специально его захватила. Это русские музыкальные архивы за рубежом, он сыграл большую роль, это указаны материалы из 7 стран, из крупнейших центров этих стран.
И это сыграло действительно в навигационном праве, в плане информации очень серьезную роль. Формат немножко изменился. Мы сегодня видим с вами уже последние годы, представляются доклады, посвященные творчеству одного музыканта, анализ его произведения, даже одного произведения, хранящегося за рубежом или для иностранцев, хранящегося в нашей стране. Это в любом случае очень важно. Конечно, конференция может менять формат, но тема остается все та же самая. Так что я бы не хотела затягивать свое выступление. Я много что могла бы сказать. Я надеюсь, вы понимаете это. Я бы хотела сказать, что именно здесь, например, сегодня, в стенах этой конференции, мы впервые услышали голос, живой голос Петра Ильича Чайковского, представили нам Вайдман. В этих стенах блистательно выступали наши крупнейшие музыковеды, иных уже нет, и забыть это совершенно невозможно. Это было пиршество, просто пиршество ума, таланта. Все это было представлено публике. Я помню, как вдохновенно здесь выступал Виктор Павлович Воронц, как много здесь выступали крупнейшие специалисты. И я вижу многих из тех, кто постоянно этим занимается, как это все движется, как эти стены, в которые сначала нас упрекали, а почему библиотека занимается этой темой? Не приходилось неоднократно объяснять, что нам нужен справочник, что мы занимаемся своим делом. Сегодня же объяснять ничего не нужно. Слава Богу, эта конференция служит всем музыковедам, библиотекарям, людям, занимающимся информационными решающими задачами. Я всем желаю успеха. Спасибо за то, что вы продолжаете работать, приходить в эти стены, работать в стенах в рамках этой конференции. Милости просим только расширять ее. Это все во благо музыки.